Шалом, шалом! Я Леви Харпатин, и это наша рубрика «Мудрость Торы на каждый день». Превзойти самого себя. Гостеприимство Авраама на протяжении того времени, когда он проживал в Хевроне, были абсолютно противоположны качествам жителей Содома и Гоморры. После того, как Аврааму явились ангелы, Бог захотел уничтожить абсолютно всех жителей этих городов. Тогда Авраам сказал ему следующее: «Неужели ты хочешь уничтожить праведного вместе с нечестивыми?» Авраам всячески умолял Всевышнего не трогать жителей городов, просил его и наставлял на том, что они могут исправиться. На примере нашего праотца Авраама мы должны сделать вывод. Он звучит так. Если у нас есть возможность выручить какого-то человека духовным или физическим способом, мы немедленно должны приступить к спасению. Благодарю за прослушивание. С вами был я, Леви Харпатин.